Здорово, Степ. Блин, что-то маловато сегодня поспал. Ну да ладно. Здорово, Ром. Господи, господи. Ходил вчера, ты играл, прихожу, ты играешь. Ну, не всегда спится. Я забыл выключить стрим и мажора, и он очень громко орал и разбудил меня. После этого не смог уснуть. Привет, Надя. Какой СНГ? Отменил я его. Что за дела? Кто это за меня играет? У тебя ник Халайт, что ли? Или ты за Альянс катаешь? Есть еще такой вариант. О, как же тяжело. С ума сойти можно. Татьяна, так обновлять надо странички-то. Да, там Лизардини я смотрел, накатал, как обычно. Горестный этот отчет, или как это сказать еще? Может, даже жалобу. Так, по идее, Лизардини должен отжимать сейчас шапку, если я все правильно посчитал. Если нету, надеюсь, это получится у меня. Очень надеюсь. Да.
неправильно сделал немного, походу. Я что-то тупанул. Хотя мне нужны были деньги. Можно было вообще еще прикольнее все сделать намного. На самом деле, как бы, там, я не знаю, ну, Костя даже, ну, я не знаю, на что рассчитывал, то есть, в таком положении, что ему присудят победу, или что, что там, типа, у него машины больше, или... По какой причине он себя так ведет? Ну, как бы ладно, это дело личное. Дело в том, что он даже не в финале как бы отлетел по монетке, а в первом туре. Так что, по идее, таких обид не должно было бы быть. Типа, вот, уже победа рядом была бы. Тем же успехом, если бы он так играл, он мог бы отлететь в любом другом туре. Ну, в смысле, не доигрывая, рассчитывая на монетку. Солнце пропало, блин, как легче-то стало сразу. И опять появляется. Вот сволочь какая. Что гом-карту скрою. Так, пришел ход. Он забрал город, а шапку не забрал. Ну и ладненько. 12-13-7-9. Ну и хорошо. Сейчас мы отожмем шапчонку с коробчонкой. Так, а я все скупил? Нет, не все. Удачка.